Юрий, скажите нам, пожалуйста, какие книжки вы начали читать? Буратино! С азбукой и с коричневой кожаной курткой. Так, хорошо. А до Кастаньеды вы еще не добрались? Кастаньеда — это музыкальный инструмент. Не добрался. Понятно. А как вы относитесь к творчеству Карла Маркса? Карл Марксштадт — мой любимый город. А как вы относитесь к творчеству В. И. Ленина? Кстати, у меня была одноклассница Велена. О, у меня есть клиент Велена. Симпатичная девушка. Не, меня больше беспокоит, какой идиот ее так назвал. Меня тоже это иногда беспокоит. Но мой клиент Москаль. Юрий. Мы не любим Москали. Мы не любим Москали. Мы не любим Москали. А это все пишется, да? Конечно. Вот только Януковичу не показывайте. Ой, нет, это сыр. Вы думаете, Янукович любит москали? Янукович? Да. Не, он не любит, но он без них жить не может. Но жить без них не может. Мы сейчас паузу.